Итак, господа, всем здравствуйте. Мелкий коммерческий транспорт. На примере Ford Transit. Каблучок. Машина пятилеточка на палочке с охренительной ценой, с охренительным техническим состоянием, особенно учитывая, сколько эта машина стоит. Эти машинки мы также можем исполнять либо под документы, либо под таможню пригонять. Это тоже не вопрос. И что еще я вам хотел сказать? А еще я вам хотел сказать, что подписывайтесь и ставьте себе уведомления. Почему? Не то чтобы накручиваю подписчиков, вообще к этому не иду и нисколечки никак не стремлюсь вообще. Это чтобы вы не пропускали новые видео, потому что мы теперь будем вот такие вот видео в формате 5-10 минут выкладывать как минимум 2 раза в сутки, а то может быть и 3. И я прекрасно понимаю, что мы сейчас просто отъебем алгоритмы Ютуба, он нас по просмотрам пошлет нахер, что в общем-то он уже делает, но зато просто мы таким образом выложим объем машин. Также еще будут видео, где будут в одном видосе сразу по 2-3 машины склеиваться и показываться вам. Потому что машин очень и очень много отснято, и это все нужно показать. Поэтому видео в формате шортс будет уменьшаться, а вот видосики вот в таком вот полноформатном масштабе, что называется, их будет все больше и больше. Итак, Ford, смотрите, господа, приятного просмотра, что называется. Всем привет из Нидерландов. Вашему вниманию, господа, Ford Transit на маленькой колесной базе с вместимостью в 2 куба и грузоподъемностью 531 кг. Машина оборудована двигателем на 1,5 литра объема и 120 лошадиных сил. Но не стоит забывать, что это дизельный мотор и крутящий момент здесь аж 270 ньютон-метра. Так что тяговитости этому мотору хватает за глаза. Машина укомплектована летними колесами 205/60/16 с остатком резины в 5 мм. Также к автомобилю прилагается зимняя резина, правда не шипованная, но зато Мишлен и новая. Машина оснащена механической коробкой передач на 6 ступеней, таким образом мы получаем крайне экономичный и простой в своей эксплуатации автомобиль. Плюс ко всему надежный, потому что механику убить сильно сложнее, чем автомат. Пробега у машины 94 800 км. Машина не участвовала в ДТП. Все элементы кузова являются заводскими и имеют заводской окрас. Передняя часть автомобиля затянута в бронепленку, так что сколов и других неприятных мелочей на машине нет. Салон чистый, не прокуренный, не зашарпанный. Сейчас вы его увидите. Вполне себе ухоженный. В нем приятно находиться. Рулевая колонка регулируется по высоте и по вылету. Водительское сиденье также регулируется по высоте, поэтому расположиться с комфортом за рулем на ней не составит никакого труда. В машине есть кондиционер, мультируль, электростеклоподъемники, обогрев зеркал, так что работать на ней будет крайне и крайне комфортно. К технической части нареканий нету никаких. Машина абсолютно исправна, прекрасно обслужена. Прослужит вам данный экземпляр веры, правда, еще очень долго, это 100%. Цена на этот автомобиль под полную таможню с пригоном и прочими расходами составит $16 400. Ценник я озвучиваю на РФ. Озвучиваю его в валюте, потому что ни вы, ни я понятия не имеем, сколько будет стоить рубль к доллару, например, 15 ноября или 1 декабря. И так далее, и так далее. Если привезти эту машину под документы, получится еще чуточку дешевле. Теперь немножечко еще вам инфы, что называется, от себя. Есть ли длиннобазные версии таких вот машинок на базе там Ford или Fiat? Да, есть. Какой минимум на них по цене? Если под таможню говорить, меньше чем за $20 000 длиннобазную машинку хрен пригонишь. Объективно, хоть Fiat, хоть Ford. Так что, господа, контакт на экране, пишите, звоните.